Давно не выходил «Майор Гром», поэтому а тут «Кабаси» вышел. Конечно, хорошее настроение. Момент, когда ты запускаешь картину, она, в принципе, готовится вот ровно к этому дню. Понятно, что прокат, широкий зритель, но ровно в этот день происходит ощущение того, что вот оно случилось. Игра, фильм, который, мне кажется, все ждали. И фанаты, и съемочная группа, и мы в издательстве. Это огромный шаг вперед для нас. Мы очень рады, что наши все, даже самые смелые фантазии, они сбылись сегодня. Уникальный продукт, который сделан на высоте. Но насчет визуала и стиля я не беспокоюсь. На 100% в этом я уверен, что здесь сняли все стильно, красиво и так далее. Вот насчет этого ни одного сомнения не возникло. Особенно зрители смотрят, вообще будет замечательно. А те, кто новые зрители к нам присоединятся, я надеюсь, их будет очень-очень-очень много, что они не пожалеют потраченного времени на наш фильм. Это все самое интересное, лучшее в моей жизни, что происходит, это вот именно в этот период, момент съемки. Замечательно, прекрасная команда, очень слаженно работает. Мы уже знаем, что фильм очень крутой, но теперь ждем вот прямо финальную, отполированную версию. И смотрел в первой сборке еще без компьютерной графики. Я писал саундтрек для фильма, поэтому фильм стал еще лучше. Очень хорошо, что в России появляется супергеройское кино с правильным посылом. «Баббл» и «Майор Гром», ну вот это единственные комиксы, которые я переоткрыл для себя и смотрю. Он же из Петербурга, да, спрыгнул с поребрика и как шаверму навернул. По крайней мере, по отзывам, по своим ощущениям, чувствую, что какой-то новый этап, какая-то веха новая, которую мы и для себя поставили, и вообще для всего кино. Я хочу поблагодарить команду «Баббл», издательство и компанию «Баббл Студиос», которая стоит за организацией. Ребят, вы супер, вы супер молодцы вообще. Уже 5 лет это длится, это большой срок, и многие из людей, которые стоят на этой сцене, с нами с самого начала. Нет ничего лучше, чем заниматься творчеством с людьми, которые также горят искусством и любовью к своему делу, как эти люди. Похлопайте их, пожалуйста. Я хочу выразить свою любовь нашему фандому, самому преданному и безгранично влюбленному фандому, сумасшедшему. Такой любви в российском кино можно было только мечтать, поэтому спасибо, фандом, что ты исполняешь мечты. Вне любых сомнений перевернули страницу в истории новейшей российской поп-культуры. И пусть вопреки, но по любви, мы уже, ребят, мы уже вписали себя в историю, вы сегодня сами в этом убедитесь. Сегодня вы это увидите, плоды этой веры, этой любви и собственными глазами. Создателем фильма «Майор Гром». Ура! А вам я желаю приятного просмотра, кайфуйте, потому что кино делалось для этого. Наслаждайтесь, получайте удовольствие. Спасибо большое. Это было эпично. Мне кажется, зал в восторге, люди ходят довольные, все поздравляют Олега и вообще всю команду, и прямо все вдохновлены. Все шутки сработали, все неожиданные повороты сработали. Я слышал, как там вздохи, ахи, крики, возмущение. Ну, короче, все эмоции, которые мы планировали получить от зрителя, мы получили. Как я говорил еще на читке, что этот фильм может быть прям на 10 ступеней выше там первого. Вот это прям level up такой, что прям это очень круто. У меня только приходит осознание, что я в нем снялся, что я в нем есть. Хотел бы желать зрителям, те, которые еще не знакомы с вселенной «Баббл», воспринять это как возможность получить новый опыт от просмотра кинофильма. Самое главное, чтобы это все продолжалось. Фандом самый лучший, на самом деле, у «Баббла», и российский. Продолжайте просто делать то, что вы делаете, и мы будем вас радовать. Мы старались, и это правда круто, я уверена, я верю в Трофима. Поэтому я желаю читателям и зрителям получить удовольствие и радость. Радость от каждой секунды увиденного и прочитанного. Запасайтесь попкорном, запасайтесь кока-колой, чтобы заесть, запить слезы. Я с вами, держитесь. Я сейчас уже заплачу, мне кажется. Это фильм, события, переживания и фильм, который стоит посмотреть каждому. Кино такое случается нечасто. Не то, что в России, в мире случается нечасто. А это, кажется, одно из них. Я вот свято верю. Вот. Может, со мной не согласиться, но я убежден очень. А кино смотрел много. Вот. Это мне дико нравится. Это браво!